Франфильм Дис представляет. Производство Аргуи Фильм. Ноль по поведению. Маленькие дьяволята в школе. Автор сценария и режиссер Жан Виго. Оператор Борис Кофман. Композитор Марис Жобер. В ролях Жан Дасте, Робер Лефлон, Верон, Лариф, а также Луи Лефевр, Жильбер Прюшон, Коко Голдстейн, Жерар де Бедарьё. Возвращение после каникул. Он мертв. Только... Сваливаем. Для некурящих. Смотри, месье Сухарь.
Он стал еще злее после прошлого года. Тебе так не кажется? Колен, какашка, вонючая собачка. Плохи твои дела. Катись отсюда, засранец. Прекратите, ваши каникулы закончились. Вам сюда. Прошу. Простите, месье. У него умерла бабушка. Ему сегодня очень грустно. Что же, это хорошо. С чего это? Мертвец, это к удаче. Я новый воспитатель. Воспитатель Юга. Так, тихо. Парами вперед марш. Рене Табар отсутствует. Сегодня ночует у родителей. Приедет завтра утром. Спокойной ночи, месье главный Дюпон, встать у моей кровати. Не толкайся, а ты не лезь. Кто там? Коса, месье. Брюэль, месье. Колен, месье. А где Дюпон? Всегда только вы трое. Вы наказаны, будете стоять до 11. Живот болит. Он может уйти? У него живот болит. Ой, как болит. Болит. Живот болит. Он может уйти? У него живот болит. Месье, он может уйти? Месье, можно он уйдет? У него живот болит. Так может он уйти, раз живот болит? Очень болит. Иди, этот дурак спит. Кто там? Брюэль, Колен, это вы? Да, месье. Идите спать. Спасибо, месье. Внимание, внимание, внимание. Колен, встаем.
Тише, тише. Иди спать. Ложись. Куда ты? Тише. Замолчите, балбесы. Он может умереть. Замолчите. Он же лунатик. Подъем, подъем. Давайте быстро. Подъем. Подъем, вставайте. Да вы что, оглохли? Вставайте, чего ждете? А ну, вставайте. Вставайте. Не хочу, потом. Ну, вставайте быстро. Вставайте же. Ну, давайте. Этьен, вставай. Подъем. Подъем, вставай. Подъем. Коса. Брюэль, Колен, встать. Иначе не получите выходное воскресенье. Встаем. Брюэль, опять опаздываешь? Поторопитесь, поняли? Вы что, хотите двойку по поведению? Ну-ка... Детский заговор. Друзья, вот план. Отличный выйдет заговор. Мы сможем убегать каждое воскресенье. Надо запастись зерном и провизией. Сухарь быстро найдет твой тайник. Трус, пусть постарается. А этот чего смотрит? Он шпионит за нами, потом заложит. Осторожно. А пока что нарисуем знамя. А где взять провизию, воспитатель?
Не поймаете. Убирайтесь, гады! По местам. Садитесь быстрее. Проклятие, он взял мой шоколад. Он все обыскал. Ладно, давай свою чернильницу. Моя пуста. Чернильницу. Ну, чернильницу. Давай. Чернильницу. Ты. Так, тихонько. А сейчас смотри. Достань бумагу из ящичка. Так, тишина. Дай ручку. Посмотри, похож? Дай сюда. По местам. Нет. Нет. Коса и Кален, принесите ваши учебники по алгебре. Хотя не надо. Ноль по поведению. Останетесь без выходного дня. Месье директор. Месье директор пришел. Месье директор. В путь, господа. Старший воспитатель, зайдите в мой кабинет. Thank you.
Приближается праздник. Для нас это маленькое развлечение, не правда ли? Но не хотелось бы никаких приключений. Я по поводу этих коса, Брюэля и Колена. Идем за месье Юге. Вперед! Вперед! За месье Юге нужен глаз да глаз. То, что вы сказали, меня очень беспокоит. Как вы утверждаете, месье главный воспитатель, месье Юга ведет себя как маленький мальчик, как дитя. Он не серьезен. Только представьте себе, насколько зависит от нас нравственность. Месье Юге, вы один? Конец прогулки. Это невыносимо. Так, они опять вместе. Такая дружба недопустима. Вы правы, месье главный воспитатель. За ними надо следить. Входите. Табар, верно? Садитесь. Дитя мое, в некотором роде я твой отец. В твоем возрасте есть вещи, которые тебе трудно понять. Природа, чувственность, наследственность. Понимаешь? Некроманты, психопаты, безумцы. Иди сюда, подойди. Коса и Колен, выйти из класса. Мне что, лично вас наказать? Ты видел, что выкинули на воскресенье? Я останусь здесь с мамашей на кухне, а ты пойдешь к цыпочке. А воскресенье. Коса у своего опекуна.
А Колен возле матушки Арико, своей мамы. Табар, иди сюда. Колен, у тебя есть шоколад? Что ты там делал? Тихо, там мама. Оставь нас в покое. Он не предатель, он нам друг. Можешь ему рассказать о нашем плане. Понимаешь, о чем я тебе говорю? Теперь у нас есть тайник. Пойдешь с нами? Он нам поможет. Он не предатель, уверяю тебя. Месье главный воспитатель, у нас опять фасоль. Постоянно одна фасоль. Не могу я все время кормить детвору фасолью. Мама, опять фасоль. Что за дела? Тишина. Итак. Ну и как? Вел я себя отлично. Мамаша фасоль! Мамаша фасоль! Мамаша фасоль! Тихо! Успокойтесь! Мамаша фасоль. У Табар есть тайник. Что за Табар? Что за тайник? Это здорово. Раз ты говоришь здорово, я должен быть спокоен. Коса ему все рассказал о нашем заговоре. Он же девчонка. После его визита к директору, я не понимаю, что с ним стало. Он же девчонка, ты понимаешь, что это значит? Зачем вы его повесили здесь? Мне это не нравится. Совсем не нравится.
Мой мальчик, ты сегодня не будешь писать? В добрый час. Это хорошо. Оставьте меня! Не смей так говорить. Я вам так скажу. Дерьмо! Табар, перед вами совет по дисциплине. Понятно? Он собрался по поводу оскорбления преподавателя здесь присутствующего. Вы ведь оскорблены, месье Вьё? Учитывая положение твоей семьи, твою добропорядочность и близость к всеми любимого праздника, мы могли бы тебя простить. Но хотелось бы услышать, если мне будет позволено так сказать, твои искренние извинения. Ты не мог бы высказать их публично перед лицом твоих товарищей? Мы ждем. Что ты хочешь нам сказать? Итак, что ты нам скажешь? Ну, говори. Мы слушаем тебя. Я все скажу, дерьмо! Да здравствует восстание! Свобода или смерть! Все, кто за нас, вставайте рядом с нами! Клянемся сражаться против старых идиотов! В чем дело? Старых подлецов! Ржавой банды извращенцев! Табар! Вперед, прочь отсюда! Вперед на свободу! Табар, назад! На свободу!
Мсье директор, дети объявили забастовку. Это возмутительно. Мсье префект, что за праздник? Господи, что за праздник? Мсье префект уже пришел, он сидит и ждет. Это очень плохо. Конец фильма.